39 автобусов большой вместимости – это то, что нужно Рязани прямо сейчас. Обновление парка управления рязанского троллейбуса сегодня необходимо, и нацпроект «Безопасные и качественные дороги» позволяет это сделать. По сути, с минимальными затратами для такого рода закупок. Предлагается согласовать муниципальному унитарному предприятию города Рязани управление рязанского троллейбуса, совершение сделки по заключению договора финансовой аренды, лизинга 39 автобусов большой вместимостью на срок 60 месяцев на общую сумму, не превышающую 599 миллионов 218 тысяч 140 рублей. В порядке, предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации. Цена сделки действительно льготная. На вопрос, кто будет ее субсидировать, был получен короткий, но исчерпывающий ответ. 95% субсидируется бюджетом области, 5% субсидируется бюджетом города. Решение об аренде автобусов депутаты поддержали единогласно, заметив, правда, что эта сделка должна стимулировать управление рязанского троллейбуса на создание новых прибыльных маршрутов и расширение кадровой политики.